И всем привет, меня Александр Сачков, и сегодня я бы хотел поиграть в игру Гаррис Мод, и я скачал я скачал мод для этой игры. Это миссия, как бы, да? Так, я понял. В общем, мы должны идти вниз, но тут видно то, что что-то уже начинается, и видно какие-то штуки, но мы пока не знаем, что это, так как я только включил эту миссию. Ладно, пока что не будем на это смотреть. Так, мы доходим, оу, я же говорю, там что-то начинается. Да. Ну что ж, мы дошли до какого-то охранника, ну не знаю, он просто охранник, у него ничего нету. Так, дальше мы проходим через вот эту штуку. Что-то меня игра немного залагала, но нет, нормально. Так, видно то, что на клетке тоже есть, не знаю, что это, ну, краска, может, какая-то. В общем, ребята, дальше мы продолжаем. Здесь мы видим коробку какую-то и какие-то я не знаю, ученые, может, какие-то общаются, и какой-то охранник просто здесь валяется на этом кресле. Да, выглядит это, конечно, круто. Так, мы увидели первую. Так, это нельзя. Нас сразу ругает охранник. То есть сейчас я это не могу делать, я так понял. Так, но видимо надо продвигаться в камеру. Так, я могу посмотреть сюда. Да, тут стоят тоже какие-то люди и охранник. Так, мы идем сейчас по этим, по этой дорожке. Так, так, нас, нам сюда не дают пройти, да? Так, мы идем сюда и видим что-то там такое. Видимо, куда нам теперь? Или посмотрим пока что в окно, пока нас не обругали. Так, мы видим какого-то, не знаю кого. Короче, там что-то происходит такое, но я еще не понял, что это, тоже охранник сидит. Так, а здесь что? Здесь тоже кого, что-то кому-то делают. Так, и мы доходим до какой-то штуки. Так. Здесь я ничего не вижу, поэтому давайте проходить дальше. Так как за нами следят камеры, ну вот они где-то вот здесь. То есть камеры здесь есть. Мы идем дальше. Так. Ну что ж. Мы теперь дошли до какого-то места и видим тут зомби, да, я так понял. Или что это такое? Ну, короче, кто-то кого-то жрет. Да. И какой-то мужик сидит здесь. Ладно, неважно. Так. Давайте тихо пройдем. О, еще один мужик сидит. Круто. Прикольное начало. Так, и что же мы здесь видим? Стоп. Я видел, у него пистолет, вроде бы. Так. Да, у него есть пистолет. Давайте его возьмем сейчас и посмотрим, что это за оружие. Итак, вот, я взял пистолет, но почему-то он здесь остался, ну ладно. Так, интересно, я из него могу стрелять? Так, нам теперь дали побегать здесь, да? Интересно, пострелиться с ним я могу? Не, почему-то не стреляется, это как-то странно. Но, видимо, это, наверное, просто пока что у меня нет патронов, хотя написано, что 16 патронов у меня есть. Ну ладно, как бы. Пока что ладно. Итак, ой. Так, я могу. А, я могу катать эти штуки. Так. Давайте пробежим, так как там охранники, и они походу меня не видят пока что. Так, тут еще что-то происходит. Так. Дальше мы идем сюда. И смотрите, что мы нашли. А мы нашли лом, ребята. Ну, наверное. О, да! Этим оружием теперь можно пользоваться, ребят. Это, конечно же, круто. То есть я теперь могу что-то ломать. Так, ладно. Что это такое? Так, мы прошли, я не знаю. Так. Ого, зомби. Давайте убьем его. Или он убитый? Он, походу, убитый. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Что там у нас? Стоп, а может его как-то вот так надо подпихнуть? Так, может прыгнуть на него? Раз, два, три. Так, да, он упал, то есть вот он там валяется уже, то есть вот как-то так. Так, дальше что мы тут имеем? Там какие-то зомби, еще кто-то кого-то кусает. Ладно. Так, что тут у нас? Дальше идет тут лестница. Ну, нам, походу, пока сюда нельзя, потому что нас запалит охрана сразу. Так как мы проходим за первый раз, хотя бы надо пройти так. Так, надо осторожно проходить, чтобы меня никто не видел. Ого, там что-то происходит. Ладно, идем дальше. О, это что такое? Это какая-то дверь или окно? Я не понял. Так, ладно. О, это просто закрытое что-то. И что-то кого-то убивает, да?
А так, ладно. Кого-то, короче, убили, да. Так. Здесь мы видим какие-то... я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, чемоданы какие-то. Кто-то куда-то собирался. Здесь дофига еще оружия, но, видимо, и мы взять не можем. Или можем? Сейчас попробуем. Да, то есть мы можем взять калаш, но также мы не можем стрелять, потому что патронов у нас нету. Дальше смотрим. Вот М4. Это какой-то, я не знаю, это пулемет, что ли, какой-то. Ну, короче, я его взял. Так, что здесь еще есть? Так, это ТМП, наверное. Дальше. Это МП5. Шотган. Ну, ребята, это все равно ничего не стреляет, но хотя бы круто. Ребята, это реально очень круто сделано. Вот это как-то МАК-10, что ли, я так не понял. Так, еще одни калаши. То есть мы видим здесь краску. Так, я понял. Так, здесь мы видим деньги и еще один калаш. Так, давайте переключимся опять на лом. Потому что лом, я так понял, это самое такое оружие, которое действует в этой игре. Так, здесь мы видим... О, зомби еще одни. Деньги здесь какие-то валяются. Ладно. Так, мы видим здесь зомби, да? Ну, как бы, ладно, давайте мы к ним не подходить не будем. Хотя, ого, дробовик, ребята. Я нашел дробовик, но я его ничего не могу брать. Потому что написано то, что у меня все взято уже. Так, там три зомби валяются. Так, дальше. Давайте вернемся. Потому что спрыгивать я что-то не хочу, потому что у меня тут уровень шума поднимается в моде самом в этой миссии. Так, ну здесь мы вроде все разобрали. Здесь телек есть с диваном. Ну, вроде все. Здесь больше мы в комнату посмотрели. В общем, здесь ничего такого интересного вроде еще нету. Так, и мы помним эту лестницу, где мы спускались вниз. Давайте тихо пройдем. Так, давайте прям сидя. Вот он. Тихо, тихо, тихо. И давайте его. Так, вот мы уложили этого, как его... Короче, понятно. Мы, короче, его уложили. И, видимо, у него ничего нету, да? Подождите, он как-то еще стоит? Или как? Я не знаю. Так, что это у нас такое? Ну, короче, все мы взяли, дальше идем. Надо тихо проходить, чтобы нас никто не увидел. Так. Давайте забежим сюда как-нибудь. Так, где у нас тут вроде какое-то было рабочее оружие? Давайте его сейчас проверим. А, стоп, стоп, стоп. Где пока пролезем, давайте убьем вот этого вот нашего героя, который просто так здесь стоит. Хотя нет, давайте я по-другому немного сделаю. Но СМГ-то, наверное, рабочее. Так, ну надо проверить все-таки, ребят. Давайте. Так. Пошел нафиг! Так, я так понял, нас уже запалили, то давайте всех сразу перебьем. Ну что, я так понял, я всех замочил? Или как? Тихо, давайте. Так, да, этот валяется, этот какой-то вообще зомбак непонятный. Так, здесь этот тоже валяется, уже считайте. Раненый какой-то. Так, а здесь что у нас? Тоже был же раненый здесь. Что-то, не знаю, он что-то вроде как-то, не знаю, крутится, вроде не крутится, я не знаю. Ну, не падает, короче, он. Ладно. Что там дальше у нас? Мы, так как мы шли тут, давайте тихо пройдем здесь. Потому что здесь еще кто-то был. Так, тихо, давайте выглянем. Нет никого. Так, раз, два, три. Ну что ж, ребята, вот мы так убили их. То есть видно, очень круто сделана анимация этих игроков. Так, здесь мы вроде все посмотрели. Всю карту. То есть ничего больше здесь мы не пропустили, как бы. Так, пора убить, наверное, последних. Они, наверное, приготовились уже. Или как? Так, вот, тихо, подходим к ним. Так, раз, два, три. И пошли. Ну что, ребята, все? Мы всех здесь убили вроде, да? Как бы, наверное, должен валяться уже, да? Так, все убиты! Но игра, наверное, все-таки нам приготовила что-то еще. Что-то. Не понял, я могу туда полезть? Там вроде что-то было. Так, здесь мы убили его. Так, и последнего давайте убьем. Все. А, да, я забыл про последних. Так, мы всех убили, да, я так понял. Все валяются, вроде все.
Так, ну что, я могу туда вообще попасть как-нибудь? Что, никак? Совсем никак? Блять, никак она не отодвинется, нет? Блин. Так, ладно. Так, а, стоп, я же могу эту штуку-то двигать, наверное. Так, а этого я могу? А, да, вот так. Так, давай. Да что ты мне мешаешь? Не мешай мне лезть. Да блин, я лезу. Да не мешай мне, блин. Вот это вот, конечно... Или игра меня туда просто не пускает миссии, или я не знаю просто. Сейчас проверим кое-что. Так. Да, вот, все. Ой, что такое? Не, нас точно игра не пускает, наверное. Стоп, нет. Нас игра пустила, ребята. А, вот все, вот. Мы зашли. Так, нам дали ама. То есть комбини ама. Так, здесь тоже что-то валяется. Так, и что это такое у нас здесь? Какая-то еще у нас вход есть. Ну, как бы, он слишком, наверное, маленький для меня. Нет, нормально. А что, пролезть я в него не могу? Банка. Так, все. Банка нам не мешает, можно спокойно пролезать. То есть никого здесь нету, никого нет. Че, никого? Что-то. А, во, да. Точно. Все. То есть я все понял, да. О, еще эта штука упала. Так, а вот это... сейчас реально у меня игра что-то залагала, то есть не управление игры залагало. Сейчас проверим. Так. Ну, мне сняло, короче, 2 хп, ну ладно, зато я пролез. Ну, короче, я ничего больше не нашел здесь, все они убиты, и, в общем, карта мне понравилась, давайте обратно залезем. Откуда мы вообще выбрали? Так, где я был-то? О. Ну да, карта прикольная, мне понравилась, если я могу здесь, как бы, взять аптечку, то есть, еще. Ой, я теперь пролезть почему-то не могу. А, не могу, могу, ребята, могу. Могу, все. Ребята, короче, миссия мне понравилась, как бы, то есть, ничего сложного здесь, как бы, нету, то есть, мне понравилось. Правда. Ничего здесь сложного не оказалось, оказывается. Все очень просто, только можно посмотреть карту, набрать оружие. Ну, короче, все понятно. А, стоп, я могу вообще туда зайти, или как? Зашло, не зашло? А, зашло, зашло, я могу туда зайти. Ну а что это такое? Это просто, наверное, такой, не знаю, просто карта, может, такая. Ну, короче, здесь не сделано, но как бы я сюда зайти могу. Давайте обратно вернемся. Так. Вот такая вот миссия получилась Гаррис Моди. Давайте обратно выбежим. Все, мы можем убегать, то есть у нас мы набрали оружие, убили всех NPC, сделанных в этой миссии. Ну, в общем, что я могу вам сказать? Всем спасибо за просмотр. Вы смотрели только что миссии в Гаррис Мод 13, то есть моды от моего друга Мотофикса. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарий, понравилась вам миссия или нет. И, короче, всем пока.